станцию. Угол подъема каната по отношению к скале составляет 46 градусов. Кажется, что вагон вот-вот коснется каменистого склона. Наше путешествие подходит к завершению. При выходе из вагона внимательно смотрите под ноги, держите детей за руку, не забывайте свои вещи. Хорошо, что сегодня все ясно видно. Я теперь на Кетре, ребят. Всем привет. Хорошо, я думал, сегодня опять туман. Сегодня вот тумана нет. Хотя не так даже холодно. Ветра нет еще, слава богу. Ой, как хорошо. Какой сегодня обзорный вид хороший. Прозрачный воздух без тумана. Вот, ребят, зубчики издалека. Может, вы видите? Ай, Петри. Зубчики Святой Петр. В переводе. Как сегодня хорошо все видно. Слава Богу. Видите, как интересно. Такое потаенное место. Сейчас мы подходим, кто там приехал. Сейчас мы пойдем наверх. Да. Зубцам. Внутри, да, дерево тис. Посмотрите, оно вроде невзрачное такое, но ему более 1000 лет. Прямо на Петре. Вот это тис. Он еще и давит, говорят. Но очищает воздух лучше любого антисептика. Вот мы сейчас поднимаемся вверх по такой тропочке. Как и все. Всем привет. Ну что делать здесь? Тропочки такие крутые. Надо иметь удобную обувь, по крайней мере, точно. Народу сегодня много. Благо, что прозрачное небо. Видно все. Так и хочется побыстрее туда пройти. Потому что у меня там запланирована большая акция. Вон, смотрите, какое шишковатое дерево. Интересно. Это клен. Клен Севана. Ему чуть более 200 лет. То есть он не такой старый, как мы. Хотя шириной, возможно, не уступает ему. Вы посмотрите на листики нашего клена. И они крошечные, маленькие. Вот я получаю на них берег и есть большие. Листики крошечные. Вот, ребят, мы на Петре. Смотрите, тарзанка летит. Я, наверное, тоже пролечу сегодня, если получится у меня. Всем привет. Давайте посмотрим. Первое такое место красивое. Вот оно. Вот зубец один. Сегодня хоть пока погодка держится. А мы идем выше. А вы меня... Вот, ребят, я сейчас так же пойду. Вернемся. По мостикам. Тот мостик идет вверх, этот, по крайней мере, по прямой. Как бы привыкаешь. Вот, мы смотрим. Всем приветы. Такое удовольствие стоит 700 рублей. Сейчас мы его... Сейчас мы его испытаем. Мы можем, только тебе нужно дождаться, когда мы будем больше. Инструктор вот так вот застегает тебя. Всех застегает, готовит. Потом карабин пристегивает. И, значит, все туда, все туда. Я постараюсь снимать. С прорезью карабина через площадочку. Проделим. Второй на красненькую вовнутрь открыли, сняли с троса, за площадки трещин. То же самое на повороте, на второй мостик самостоятельно. Карабины сейчас разъединяем друг от друга. Будем снимать на другой руке, значит, на левой. Постараемся снимать на левой руке. Ну ничего, поснимаем и на левой. Вот я на подготовке стою. Сейчас пойдем. Ребят, чуть-чуть левее, пожалуйста, остановитесь. Вы двумя ногами на деревяшечку. Смотрите.
Все, ребят, мы собрались, идем. Говорит, что очень страшно, но серьезно никакого страха нет. Абсолютно. Вот вы можете посмотреть, я снимаю. Ну, по крайней мере, здесь ветра нет. Ветра, поскольку нет, мост пока еще не качается, пока народу нет. Всем привет! Вот видишь как, я говорю, спокойно можно снимать. Особенно кто не боится. Он с девушкой даже позировать тут начал. Ну, это первый мостик у нас. Первый мостик, вот народ стоит. Тут кладыки. Хорошо сегодня вид какой, вообще, ребят. Так что вон какая высота, вы посмотрите. Вау, я иду. Вау, ребята. Всем любителям экстрима. Сюда, я думаю, даже не на этот мост, а прямо на скалы вас сюда не пустят. Пойдем, сейчас дойдем до первого, а потом спустимся на тарзанке с самого верха. Вот, еще будем на тот, где флаг, спуститься. Вот, ребят, смотрите, какие виды. Как? Не бойтесь. Вау, ребята, смотрите, какие виды. Всем привет. Смотрите, какая трещина у нас тут. Вау, как треснуло. Мостик так покачивается, когда народ прибавляется. Но очень красиво. Очень красиво. Говорят, вот по этому мостику, который вон там, тоже можно пройти 2000, но что-то по нему никто не ходит. И вон, здесь как творчество, я вас могу сказать. Да-да-да, этот ролик залью, но, по-моему, Ялт как раз. Мисс Хор вон с той стороны. Давайте, у нас. Улыбнитесь, я не знаю. Пойдете ловить. Ох! Да, всем привет. Сегодня вышло солнышко. Мы не можем идти пока. Будем рисковать. Все. Вау, ребятки, мы на этом зубце. Там еще один. Ну и мы вот сейчас, вот вы можете посмотреть, какой сегодня вид красивый. Вот вообще. Ну что? Будем фотографироваться, да? Или что? А, все. Ну у тебя колечко есть. Все, пойдемте дальше. Нам пока не страшно совершенно. Абсолютно. Но зато какой вид, вы посмотрите, какой вид, ребятки. Вон там уже Ялта, Мисхор. Сегодня все красиво. Кто сказал, что страшно? Абсолютно нет. Из правых рук, из левых рук. Этот немножко идет вверх, чуть-чуть, мостик. Значит, тарзанка точно наша сегодня, ребята. Вот, посмотрите, какая красотища. Вот это вот у нас вид снизу. Ух ты, какая высота, ребят. Главное сохранять такое спокойствие, выдержку. Мостик не особо качается. А мы идем дальше. Мы идем дальше, снимаем все. Подписывайтесь. Жизнь как творчество Лешукова, Ивана. Да, этот немножко покачется. Ах, какие мы смелые, правильно? А, начи бояться нам. Тут все крепко держимся. Даже ветра нет. Всем привет тем, кто меня знает. Советую пройтись. Можно? Можно пощекотать себе нервишки. Вон там какая-то тропка прям. Такое ощущение, что здесь кто-то прям походил. Ветер только, наверное, будет, если бы был, он бы, наверное, мешал. Имейте в виду, у кого очки там, я не знаю, кепки, все убирайте. Поскольку вот я не особо боюсь высоты. Я одной рукой снимаю, здесь этот мост все равно пошел вверх. Он достаточно сложнее, чем он тот. Здрасте. Да. Как вас зовут? Дарья. Вот. От Дарьи приветы. Да. Пополняем число подписчиков.
Как перебарывать фобии и страхи, да? Высоты. И вообще с собой борьба. Борьба с собой. И смотрите за то, как мы можем любоваться красотами мира, поскольку у нас канал «Жизнь как творчество». В таких местах редко можно побывать. И тем более, если сегодня, смотрите, солнышко. Солнышко! Тумана нет. Когда я Петри в тумане, здесь, конечно, тоже оригинально так. По крайней мере, так сказочно. Ну а сегодня вон только тени от облачков. И солнышко. Суперски. Так что, ребятки. Вот я прохожу до конца. Я не знаю, этот ролик будет немножко смазанный, но ничего. Давайте. Так, знаете, держите? Держу, да, все. Вот. Просто надо. Как-то я так тоже равнодушно отношусь к этой высоте. Только он покачивается. Единственное, что неудобно, это не уронить бы камеру. Вот и все. Вон, девчонок фотографирует. Но у меня, в принципе, есть. Сейчас я пролечу, короче, ребятки, вниз на этой вот. Вот это вот Бэйн, Тарзанка, не Тарзанка, как она называется, не помню. Так вот здесь весело, отдыхаем на горе Айпетри. Вот, ребят, сейчас я буду лететь. На зиплайне. На зиплайне, да, все вспоминал, как он называется, зиплайн. Вы меня сразу не стартуйте. Я хотя бы это. Тарзанка в народе. Тарзанка, да. Можно? А то мне Тарзанку сказали. Садитесь. Типа. Повисайте. Вот. Да, ребята. Останавливают, вам ничего делать не нужно. Руками затронуть. А может я пониже вот перехвачусь? Вот тут давит, вот так, ага. Да, все, давайте, поехали. Ялта, Крым, Айпетри. Вот я и приехал. Ну что, ребят, вот я и получил свою порцию адреналина. На зиплайне пролетел, прошелся над зубцами Айпетри. Совершенно никакого страха, ребят. Просто, может, погода хорошая или ветра нет. Второй мост, конечно, покачивало. Трудно с обоих рук снимать и телефон держать. Чужой причем телефон. Девчонка попросила подержать телефон. Пришлось ее фотографировать на втором крутом спуске. Ничего, удалось. Вон тут есть у них конные прогулки. Все, в общем, интересно. Можно так отдохнуть, приехать сюда на долгое время. Так что держим канал, смотрим, получаем удовольствие, получаем вдохновение, отдыхаем. Всем пока, Олешуков!